Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, описание к этим работам. Вот какое описание я нашел к работе Мартина Шангауэра. Она называется «Предательство и пленение Христа». 1480 год, 16:11. Находится в Музее изобразительных искусств Сан-Франциско. Интерес Шангауэра к эпизодам страсти Господней достиг кульминации в серии из 12 сцен от молитвы в саду до воскресения, которую он исполнил около 1480 года. Предательство и пленение Христа типичны для композиции этого цикла с его тесным расположением фигур на переднем плане. В целом он обратился к германским традициям, выставив фигуры вперед. Иуда-предатель говорит стражникам: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И затем, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Далее, когда Иисус укоризненно сказал Иуде: «Друг, для чего ты пришел?», стража подошла и возложила руки на Иисуса, взяла его. По словам евангелиста Иоанна, Иисус знал все, что с ним будет, и потому выступил вперед и спросил явившихся воинов: «Кого ищете?». И когда они ответили, что ищут Иисуса из Назарета, он сказал: «Это я». Матфей и Марк сообщают, что когда стража возложила руки на Иисуса и взяла его, один из бывших с Иисусом учеников извлек свой меч и отсек ухо рабу первосвященническому. А по свидетельству Луки и Иоанна, это случилось прежде, чем стражники взяли Иисуса. Вот такое описание в интернете я нашел к работе Мартина Шангауэра «Предательство и пленение Христа» около 1480 года. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.